Голова української розвідки Кирило Буданов говорить про те, що наступ російських окупантів триває вже 2,5 місяці, і він повністю вичерпається десь на початку весни. Він каже, що зараз хід противника, він закінчиться, і я думаю, розпочнеться наш. З вашої точки зору, чи можна говорити про те, що цей наступ росіян, він вже захлинувся, враховуючи ситуацію на фронті, чи так не можна говорити, і чи можливі прориви? Ну, есть так называемый «золотой месяц», то есть при наступательных действиях, если есть определенные периоды в накоплении, в использовании сил, средств для выполнения боевых задач. Вот тот «золотой месяц», который у россиян был, он был в прошлом году. Они вот за месяц сколько успели пробежать и под Авдиевкой, и там на Луганском направлении. Вот это все, что они за эту зимнюю кампанию получили. Не более того, больше они уже ничего не получат. Конечно, у них еще остался потенциал наступательный, он еще месяца полтора-два будет использоваться до выборов Путина, под конец марта. А потом они перейдут в определенный режим активной обороны для накопления следующего потенциала где-то на август-сентябрь, уже в конце лета, начало осени. Вот в это время у нас будет окно возможностей выполнить свои задачи наступательные, если у нас будет достаточное количество сил и средств. Ну, как минимум, из обещанного мы сможем выполнять задачи с помощью авиации и ракет. То есть дальние средства поражения должны быть включены, и все эти потуги россиян подготовиться к наступлению где-то в августе-сентябре, они должны быть нивелированы, это как минимум. Ну, а если мы получим... если мы получим то, что заказывали для наступательных действий, мы можем еще и выполнить движение в сторону Крыма, Скадовска, то есть левый берег можно будет отодвинуть линию фронта по левому берегу от Херсона, это как минимум. Потому я думаю, как раз вот это окно возможностей где-то с апреля-мая до августа-сентября наши войска будут использовать. А Буданов как раз об этом и говорит. Наскільки нам допоможе далекобійні ракети GLSDB, тому що видання «Політіко» і Reuters пише про те, що Україна може отримати ось ці ракети, а в Пентагоні заявили, що це однозначно буде, просто з міркувань безпеки не розголошуватимуть терміни, коли все це відбудеться. Так які перспективи для нас відкриють ось ці далекобійні ракети? Все зависит от их количества. Вот какие перспективы нам открывают, допустим, передача нам «Атакамсов». Это великие перспективы, если их будут тысячи. А если их передали, как нам передали в октябре месяце, там полтора-два десятка, так какие есть перспективы? Отминусовать 26 вертолетов. Вот все перспективы этих атакамсов. Потому здесь будет напрямую зависеть, по GLSDB будет напрямую зависеть, от сколько нам их передадут. Боевая часть GLSDB 93 килограмма. Вот умножайте на количество переданных нам вооружений такого уровня, и можно примерно понять, просчитать, какой урон будет нанесен российским воинским формированиям. Еще раз повторюсь, если их будет тысячи, то на глубину под 100-150 километров можно уничтожить все российские военные, всю российскую военную машину. Здесь напрямую именно от этого. Ну, посмотрим, это будет понятно сразу по работе за дальностью 100 километров, по работе наших дальних средств поражения, тем более по некоторым таким залповым моментам. То есть, когда будут идти на один объект, допустим, там 6 или 12 ракет заходить, вот тогда можно понять, что это работают GLSDB в таком режиме залпового огня. Безпілотник атакував нафтозавод у Петербурзі, і джерела кажуть, що це справа рук ГУР, мова йде про завод Невський Мазут. І цікавий тут момент, що цей безпілотник долетів аж до центру Санкт-Петербурга. Ми пам'ятаємо, так, після перших ударів росіяни стягували туди С-300 до Петербургу. Ну, виходить, що їм не допомагається, Роман Григорович, і чи можна говорити про те, що справджуються слова Малюка про перенесення дій на територію Російської Федерації? Наши все спецслужбы. Малюк просто впереди вырвался. Почему? Потому что служба безопасности. Она, во-первых, довольно-таки серьезная служба, имеет свой, серьезный бюджет внутренний, и она может подключать большое количество производственных мощностей, исходя из своей внутренней потребности и связи. То есть СБУ все-таки вхоже практически везде. Потому им, понимая надобность в выполнении боевых задач, им намного удобнее, проще и быстрее они могут наладить производство. Но это не промышленные масштабы. еще раз повторюсь, вот это все работа спецслужб, это не промышленные масштабы, это комариные укусы для российской экономики, для российского военного производства. Для того, чтобы россияне, ну, серьезно прогнулись под ударами, это должны быть удары в сутки сотнями таких беспилотников. Не один-два по одному или другому там мазутоприемнику или нефтекомплексу, а это должны быть сотни ударов по военным объектам. И тогда у россиян возникнет вопрос, но опять не вопрос возникнет, тогда мы остановим российскую военную машину, и они не смогут поставлять, не производить, не поставлять военную амуницию на линию фронта. Основная же задача у нас это то, чтобы российская армия усохла разными путями. Ее можно сжечь топливо, она усохнет, двигаться не сможет. Ее можно уничтожить, допустим, производство боеприпасов, им нечем будет стрелять, уничтожить производство техники, нечем будет воевать, уничтожить самолеты на земле, это возможно, не на чем будет летать. То есть вот такие должна быть конечная цель, а не цель, допустим, какой-то информационный повод. Это тоже цель, вопросов нет, но она все-таки не так ложится на проблемы армейские, российские. А нам надо промышленное производство, которое, беспилотников, которого до сих пор нет. Укроборонпром, Министерство обороны занимается вот этими законами, как себе карманы набить, в основном задачи ему уже по мобилизационному сказанию. А производства как не было, так и нет. Вот то, что мы видим, это беспилотника Малюка, это беспилотники Буданова, беспилотники там СВР или сил спецопераций, но это не беспилотники Министерства обороны в достаточном количестве. Поэтому спасибо большое Малюку и Буданову, но надо работа Укроборонпрома и Міністерства оборони. Колишній генеральний секретар НАТО Расмусен вважає, що Україні потрібно дати запрошення в НАТО у липні. Роман Григорович, скажіть, будь ласка, а коли от нас приймуть до НАТО? Ми на це сподіваємося, так? Це ж не всі військові частини Збройних сил України будуть, ну, якби, введені до Альянсу. Можете от пояснити? Тобто частина військових частин, частина армії буде в Альянсі, а частина буде ні. Як це буде виглядати? Да нет, конечно нет. Все будет, во-первых, приглашение, да, действительно, это то, что мы в прошлом году и с вами это проговаривали, оптимальный вариант, чтобы на Вашингтонском саммите мы получили приглашение в НАТО, и потом в течение года, то есть до следующего саммита в Нидерландах, по-моему, в следующем году в Нидерландах, нас уже приняли в НАТО, то есть там такой механизм. Нас приглашают, это значит, должны все страны дать добро на заключение договоров, 32 страны Швецию, скорее всего, к этому времени уже примут. То есть и нам надо будет в течение следующего, если нас пригласят на Вашингтонском саммите в НАТО, то в течение следующего года, до следующего саммита 2025 года в Нидерландах, мы должны заключить все договора, 32 договора у нас должно быть о взаимопомощи, примерно такие, как мы сейчас вот заключили с той же Великобританией. Примерно, и сейчас несколько еще стран, у нас такие договоренности сейчас есть. Вот примерно это такая калька договоров. Можно сказать, это как раз первый шаг к заключению договоров в рамках НАТО. То в Нидерландах в следующем году нас уже примут в НАТО. После этого страна, нас, если будут принимать, то будет приниматься вся страна, территория Украины. Естественно, все вооруженные силы, они будут считаться силами НАТО, но согласно тех договоров, которые будут заключены. Где-то с какими-то странами мы будем оказывать только информационную поддержку, где-то будем разведывательную, где-то будем заключать договора о переброске вооруженных сил в определенном объеме. То есть это целый процесс, почему здесь вот процесс именно 32-уровневый, если так можно сказать. Все договора могут быть разными, с каждой страной может быть разный договор, рамочный он, понятно, примерно один, но с каждой страной есть определенные нюансы, и вот исходя из этих нюансов будет действовать наши вооруженные силы.